С витрины в комиссионку. В магазине эти непрошенные гости долго не находились. Брали то, что лежало ближе к выходу. Как итог, сообщение от представителя торговой точки о пропаже 5 Wi-Fi роутеров. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в отдел полиции Октябрьского района города Саратова были доставлены двое граждан 16 и 17 лет. Молодые люди пояснили, что похищенное имущество реализовали в комиссионный магазин. В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ущерб составил 34 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев. Дежурная часть, Саратов.